А теперь вам быстрее. Вы уже привыкли. Это не пленка задом наперед, а анаэробика. Заниматься ей могут и дети, и взрослые. Особенно полезно для пожилых людей. Снижает вероятность развития деменции. Простой комплекс упражнений желательно делать ежедневно. Тогда улучшается и память, и внимание, и даже настроение. Мы часто видим пожилых людей, которые очень долго копаются в сумке, забыли, где-то что-то лежит. Да? Это ухудшает их качество жизни. И вот за то, чтобы наше качество жизни было на высоте. Аэробика мозга – это пальчиковая гимнастика, занятия по координации движений и развитию интеллекта. И сейчас появились еще новые доказательства, что нервные клетки восстанавливаются. На встрече в библиотеке участники тренинга успели порисовать и даже получить задание – выучить стихи. И вот так это приобретается навык. Новая нейронная сеть, новая дорожка, и да, у нас восстанавливается. Восстанавливаются когнитивные функции организма. 63-летняя Любовь Мироненко сама психолог и педагог дошкольного образования. Признается, о нейробике впервые услышала еще во время учебы. Когда училась в институте, я это все проходила. Но просто каждый преподаватель преподает эту науку по-своему, вносит новые знания и открывает новые возможности этой науки. Поэтому мне это было интересно, и я с удовольствием записалась на эти занятия. Для Любови такие встречи – это возможность не сидеть дома, а наслаждаться жизнью и общаться. На прошлом занятии познакомилась с техникой ориентированной психотерапии. На пенсии, когда ты сидишь, сужается круг знакомств, возможности реализации себя. Ты еще вроде бы полон сил и энергии, и хочется отдать свои знания, свои силы на благое какое-то дело. На этом занятие не закончится. Впереди знакомство с новыми техниками, чтобы не только весело провести время, но и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».